С музыкой, конечно, хорошо, но с ней проблемы на YouTube. Так что прокатимся в реальной обстановке. Сейчас мы поедем и поедем, поедем и поедем кое-куда вниз. Который раз уже падает из толпа. Ну все, это пиздец. Все, я... Да ну нахуй, достал. Не надо отвлекаться просто. Помните, когда-то я показывал вам еще давно еще это место? Там типа про шишки там что-то. Ну ладно, те, кто не понимает этих шуток, обойдемся без шишек. Сейчас будет прямая такая классная дорога. И вообще, я еду в одно место. Потом покажу, зачем я туда еду. Вот. И катайтесь, друзья, на велосипеде, потому что тогда вам никакие пробки не страшны. Сейчас мы в этом убедимся сами. Они будут стоять, а мы будем ехать. Ю-ху! Наверное, без музыки, не знаю. А, кстати, да, я бы хотел поехать с музыкой, но видите, у меня балалайка уже который раз упала, и мне это надоело. Во-вторых, наверное, слушать живые звуки лучше.
Ну, а в-третьих, у Ютуба проблемы постоянно с этими записями. В том, что нам не нужен автобус жаркий, париться в нем нахрен. Во, видишь, едешь, и мы направляемся в другой район, а впереди прекрасная Чика. Много девушек на велосипеде, блин. Правила надо соблюдать. Будьте умнее. Переводите своего друга на руки. В данный момент эти матрешки нарушили правила. Они поехали, да? А мы поехали? Да, поехали дальше. Блин, столько красивых девушек на велосипеде, а я один. Ну, давайте, пишите мне, кто хочет прокатиться, я прокачусь. Как приятно по лесу, да? Горы вообще по кайфу.
Краснодарский район мы осмотрим завтра. Синара. И на речке побываем. Все в один фильм не войдет. Наверное, придется сойти. Нет. Детишек не задеть. Приехал я, значит, вот туда. Специальный магазин, чтобы чувствовать себя в безопасности. Магазин называется, как вы заметили, «Викинг». И сейчас вы поймете, зачем я сюда приехал.